Когда я был в прокуратуре 8:30 утра, то мне на телефон позвонил человек. Я поднял трубочку и слышал на другом конце провода Якубова Николая Дмитриевича. Это старый инспектор ГАИ бывший. Сейчас ныне он работает председателем Октябрьского освода. Он мне вспомнил какой-то сюжет о старой жизни нашей. Я не хотел, уже забыл про это, но хотелось бы напомнить. Если он уже раз мне позвонил, то я с большой уверенностью и знаю, что это ответственность, говорю только правду, что я, когда работал у Октябрьском осводе, Якубов Николай Дмитриевич, у нас двух матросов, каждую зарплату вымогал деньги. На тот момент составляла сумма 100 тысяч рублей с каждой зарплаты. Я лично ему этих денег не платил, за чего он мне на следующий год на работу не взял. Но при мне Иванов Василий платил ему деньги. Я это видел своими глазами.